Друзі, радий вітати усіх, хто разом з нами. Ви на ютуб-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Пан Юрій Фельштинський зі мною. Це російсько-американський історик, доктор історичних наук, критик путінського режиму. Юрій Георгійович, здравствуйте, рад вас вітати, рад привітати. Добрий день, здравствуйте. Спасибо, що ви з нами. Путін жив или мертв? Ой, да жив, жив, жив. Ну, не надо просто, журналісти самі виноваты. Генерал СВР – это фабрикация и фикция, и дезинформация, а не источник. И то же самое относится к этому самому Соловью. Да? То есть это источники дезинформации, а не источники информации. И обращать на них внимание, как на источники информации, комментировать их абсолютно неправильно. Зачем тогда это? Люди деньги зарабатывают, клик-клик-клик, и деньги собирают, поэтому, ну, писатели пишут научные, научно-фантастические романы, да, про Марс. Мы же всерьез не обсуждаем эту информацию как достоверную, да, поэтому, ну, у людей есть право зарабатывать деньги любым законным способом. Продавать дезинформацию, ну, как сказать, неосторожным журналистам – это законный способ зарабатывания денег. Журналисты сами виноваты. С другой стороны, стоит, я знаю просто по своей там журналистской карьере, по опыту, стоит один раз сойти с тропинки, и все, доверия больше не будет. Заработать это очень тяжело. Но мы же видим, что это не так, что это постоянно журналисты наступают на одни и те же грабли. Я помню репортаж о том, как Путин упал с лестницы, и там, не знаю, у него произошло там испускание, да, непроизвольное, и журналисты это перепубликовывали, это было чистое. Чистая ложь, да, вранье. Я помню информацию о том, как на Путина было совершено покушение, и один из его автомобилей был подорван, и там погибли сотрудники его службы личной охраны. Это было абсолютное вранье, да. Поэтому как бы, это все выдумки. Я даже не знаю, как на это можно тратить это время. Скажите, пожалуйста, а вот подобного рода информационные атаки, манипуляции, троллинг, или вот как это можно охарактеризовать, это каким-то образом влияет на российскую власть или абсолютно все равно? Потому что обратите внимание, что они тут же реагируют. Сразу Песков выходит и опровергает. Он опровергает сообщение от какого-то анонимного канала, телеграм-канала, понимаете? Выходит пресс-секретарь президента и говорит, двойника нет, Путин жив, с сердцем все хорошо. Да нет, на самом деле тоже не так. Пескову позвонили, задали ему вопрос, как здоровье Путина. Он сказал, что у Путина со здоровьем все прекрасно, информация, которая была распространена и которую распространяют журналисты, это утка. А что еще он должен был сказать? Я думаю, он не выходил на пресс-конференции, он как бы он нормально отреагировал, ну, ему задали вопрос, какой российский журналист задал ему вопрос, правда ли, что там у Путина проблемы со здоровьем, на что Песков сказал, что это все вранье, и со здоровьем все нормально, а что еще он должен ответить? Ну, может, просто игнорировать, когда каждый день по 8 раз у тебя спрашивают, жив ли Путин? Не знаю. Ну, это был не каждый день, это был только один раз, да, поэтому нет, Песков в данном случае, при всем моем неуважении и нелюбви к Пескову, но в данном случае, что он еще должен был сказать? Он сказал то, что есть, да, что с Путина со здоровьем все нормально. Я, кстати, хочу как бы всех заверить, да, что лотерейного билета в форме скоропостижной смерти Путина мы не вытянем. И не нужно на это рассчитывать. Юрий Георгиевич, скажите, пожалуйста, а после смерти Путина что-то изменится в нашей войне? Ну, во-первых, это зависит от того, при каких обстоятельствах наступит эта смерть. А во-вторых, и главное, это зависит от того, как бы, кто сменит Путина. Если его сменят там,
условный Патрушев, и я совсем ничего не утверждаю, но если его, условно говоря, сменит кто-то из ФСБ, очередной там генерал или полковник, не изменится ничего, если Путин уйдет от власти так или иначе в результате каких-то революционных действий или в результате как бы, поражения России в войне, причем сейчас уже похоже, после 7 октября или начиная с 7 октября, уже похоже на то, что эта война действительно расширяется, то, наверное, что-то изменится. Но изменения в России, как уже часто было в российской истории, могут прийти только с поражением России в войне. Да? Поэтому если как бы до тех пор, пока Россия не потерпит поражение в войне, я думаю, что изменений там произойти не может. Безотносительно к тому, кто придет после Путина, война продолжаться будет. Ну, скажем так, если Путин завтра умрет от, не знаю, сердечного приступа, его сменит какой-то другой человек, я думаю, что война продолжаться будет. Другое дело, что, опять же, это тоже подтверждается в советской истории, когда правитель находится в Советском Союзе у власти больше 20 лет, то обычно после его смерти происходят какие-то серьезные изменения в политике. Да? Так было после смерти Сталина, так было после смерти Брежнева. Поэтому в этом смысле уход Путина от власти был бы, конечно, очень обнадеживающим и полезным моментом. Да? И действительно появилась бы надежда на то, что вот эту вот сложившуюся уже и затянувшуюся, да, будем откровенны, потому что она затянулась не только для Украины, которую разрушают каждый день, но эта ситуация, она затянулась и для России, российского руководства тоже, да. Поэтому, конечно, со смертью Путина появятся новые обстоятельства, и можно будет надеяться, что новое руководство, каким бы оно ни было, да, попробует как-то эту ситуацию переиграть. Но, повторяю, совсем не обязательно, потому что, ну, если, например, да, это человек типа Патрушева, то из того, что мы знаем про Патрушева, ну абсолютно как бы ничем не хуже и не лучше Путина. Да, это просто вот второй такой же человек, как Путин. Да. Поэтому все зависит от того, повторяю, кто Путина сменит, и хватит ли у человека, который сменит Путина, ну, мудрости, в конце концов, да, признать ошибки и попробовать как бы выйти из этой сложившейся конфликтной, кризисной и проигрышной для России Федерации, потому что главным ну, проигравшим, да, игроком в сегодняшнем мире, да, в результате всех этих конфликтов, все равно остается Россия. Это, может быть, в России не понимают и, может быть, никогда и не поймут. Но объективно и со стороны понятно, что главный проигравший игрок – это Россия, которая... Никто никогда не забудет эту войну. Кто-то в меньшей степени не забудет, кто-то в большей степени, как Украина, не забудут. Да? Но ведь это основной момент в проигрыше, да? Как и для Германии после 1945 года, как и для Японии после 1945 года. Основной как бы серьезный такой философский, культурный момент – это память. Память, которая оставляет за собой война. Вот этого как бы России никто никогда не простит. Да? Повторяю, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. Но чем дольше длится эта война, да, тем серьезнее становится вот этот момент вечной памяти. А если эта война еще пойдет на эскалацию, то, соответственно, мы даже будем говорить об еще больших последствиях.
Не планировал это обсуждать. Просто в двух словах хочу спросить. Не так давно были тренировки, как они сами это называют, ядерные тренировки. То есть там триада была задействована с воздуха, с земли, там, под водой. Носители без ядерного компонента. Но вот то, что способно нести ядерку. И также мы знаем о том, что россияне, ну, по крайней мере, на уровне Государственной Думы, сделали все для того, чтобы убрать препятствия для будущих ядерных испытаний. Скажите, пожалуйста, мы сейчас в шаге от того, что Россия уже будет испытывать ядерное оружие там, на новой земле, какие-то другие, не знаю, какой-то превентивный удар, возможно, они на это рассчитывают. Потому что ядерная риторика, она так или иначе возрастает. Все как бы привыкли, уже адаптировались к пьяным заявлениям пьяного Медведева, к намекам там, Путина или что-то еще. Но мы видим, что, по крайней мере, они расчищают дорогу в законодательном русле, хотя им для этого ничего не нужно, но все равно они это делают. Да, как бы намекая, как бы показывая, демонстрируя, что мы, ребята, готовы сейчас что-то подобное сделать. Что думаете? Ну, во-первых, это не только ядерная риторика, да, это еще теперь уже какие-то вполне достаточно практические шаги, да, очевидные переговоры между российским руководством и Ираном, которые могут затрагивать ядерную как бы, проблематику, да, ядерное оружие, очевидные политические переговоры, я подчеркиваю, политические между Россией и Северной Кореей, которые могут затрагивать ядерную тему тоже. Атака 7 октября Ираном руками Хамаса по Израилю, которая, к сожалению, может привести и к ядерной конфронтации на Ближнем Востоке. Формально стоящий в стороне Китай, который на все это смотрит, да, Россия, выходящая из каких-то ядерных соглашений, вот сейчас производящая там испытания, перебросившая или перебрасывающая еще ядерное оружие в Беларусь. То есть на самом деле, да, ядерное как бы, оружие постепенно становится фактором, и может быть не только фактором устрашения и фактором блефа, а и ну, как бы практическим инструментом, да, для реализации внешнеполитических задач. Тем не менее, поскольку все мы знаем, что ядерное оружие – это оружие особой мощности, скажем так, и особой разрушительной силы, и поскольку, как правильно было определено, в термоядерной войне, по крайней мере, не может быть победителей, я думаю, что в Соединенных Штатах, например, да, следя за всем происходящим в России, главным образом да, обратили внимание на фразу, которая была как бы не лишней. Да, было сказано, что на случай ответного удара. Да? Что если по Российской Федерации будет нанесен ядерный удар, то вот тогда Россия вот-вот всем покажет. Ну, поскольку мы с вами очень хорошо знаем, что по России никто ядерный удар не планирует наносить, да, мы, между нами говоря, по России даже не ядерный удар никто не планирует наносить. И мы видим, да, и мы видим, как те же американцы и Евросоюз по рукам и ногам связывают Украину, чтобы, не дай бог, даже как бы проданный автомат в Украину не был задействован для ударов по Российской Федерации, не говоря уже о ракетах, то мы с вами как бы понимаем, что если принимать за чистую монету то, что говорит российское руководство, что это все как бы тренировки на случай ответного удара, да, то вроде бы мы можем спать спокойно. Но, к сожалению, кроме там, термоядерного оружия, есть еще и так называемое тактическое ядерное оружие, есть тактическое ядерное оружие, установленное на чужой территории, да, в Беларуси, например. Есть, допустим, тактическое ядерное оружие, которое может быть задействовано с территории Северной Кореи против Южной Кореи или с территории, оккупированной Ираном Сирии, да,
по Израилю, поэтому американцы не случайно сегодня наносили удар по пусковым установкам иранским в Сирии, а израильтяне не случайно бомбили аэродромы в Сирии. Да, это делается исключительно из-за опасений нанесения ядерного удара или удара с какими-то стратегическими ракетами, да, с территории Сирии по Израилю. Поэтому, в принципе, все, конечно, сейчас немножечко так насторожились, да, будем откровенны, после 7 октября. А главное, после 7 октября стало ясно, что все вот эти вот взрывы, да, возникающие в мире, да, они взаимосвязаны. И не случайно и руководство Ирана сейчас было в Москве, и руководство Хамаса сейчас было в Москве, да, поэтому абсолютно понятно, к сожалению, то есть это было и раньше понятно, что конфликт не ограничится российско-украинской войной, да, что в том-то и опасность была вот этой продолжающейся как бы российской агрессии, что она не ставила себе задачей только захват Украины. Было понятно, что это начало некой большой игры по созданию нового порядка в мире. И, собственно, на данный момент российское руководство от этой установки не отказывается, считая, что, в общем-то, она является таким авангардом, да, в этом смысле китайской политики, да, что Китай стоит за Россией, стоит Китай, и Китай Россию в случае чего поддержит. А главное, поскольку все опасаются блока, военного блока между Россией и Китаем, да, то все рассматривают российскую угрозу как совместную российско-китайскую угрозу. И это для Путина создает, как ему кажется, серьезный как бы плацдарм. Да, для нанесения ударов. В принципе, то, что он делает, уже если посмотреть на это с точки зрения интересов России, то, конечно, он абсолютный как бы преступник, и россияне первыми должны были бы его повесить на фонарном столбе как государственного изменника. Но поскольку в России с 2000 года медленно, но успешно вытаптывалась какая-либо политическая площадка для действия оппозиции, да, то никакой оппозиции действиям Путина и российского руководства мы не видим. А как только эта оппозиция возникает, то эти оппозиционеры либо уезжают из России, либо оказываются в тюрьме, да, и реально уже не представляют угрозы. Вот эта ситуация, которая есть, она, конечно, плачевные, и на данный момент, я бы считал, все идет по линии эскалации. Юрий Георгиевич, давайте попробуем объединить удары США по пусковым установкам, удары Израиля по объектам в Сирии и дать оценку тому, что сейчас происходит ввиду активности в секторе Газа, и посмотреть в перспективу, к чему это все приведет. В перспективе, я думаю, что Соединенным Штатам понятно уже, что они не могут остаться в стороне от этого конфликта. Да? Вот начиная с февраля 2022 года американцы, я уже не говорю про 2014 год, я уже не говорю про 2008 год, когда Россия в Грузию вошла. Да? Основная задача Соединенных Штатов, Евросоюза тоже, но Евросоюзу труднее было, потому что все-таки там Украина – это как бы часть Европы. Да? Основная задача Соединенных Штатов была в том, чтобы оказаться вне этого конфликта. Да? То есть, с одной стороны, вот американцы как бы помогали Украине, помогают Украине, но с другой стороны делают все от себя возможное и на практическом уровне, и на уровне риторики, чтобы сказать, что мы не часть этого конфликта. Да? Мы помогаем Украине, мы их хотим, чтобы Украина существовала как независимое государство, но мы не часть этого конфликта. Вот события 7 октября, поскольку всем ясно, что
за Хамасом стоит Иран. И поскольку Ближний Восток, ну, в отличие от Украины, да, вот в Америке обсуждаются время от времени, да, и мы знаем, так, что есть люди, которые считают, что Украина не входит в стратегические интересы Соединенных Штатов, а есть люди, которые считают, что входит, да, то вот, наверное, в смысле Ближнего Востока в Америке полное единогласие. Все как бы знают, что Ближний Восток, спокойствие, стабильность на Ближнем Востоке – это в стратегических интересах Соединенных Штатов. Поэтому тут уже американцы засуетились. Мы увидели авианосцы, перебрасываемые к Ирану, Сирии, да, и вот там сегодня или вчера, я уж не понимаю, когда именно это было, мы увидели, что американцы уже вовлечены в военные действия, да. Поэтому как бы уже понятно, что в стороне от этого конфликта Соединенные Штаты остаться не могут при всем желании, скажем прямо, при всем желании не могут, да. Готовы ли уже в Америке, ну, на уровне Белого дома, на уровне Пентагона понять, что эти конфликты взаимосвязаны? Я думаю, что на уровне Пентагона это понимание есть абсолютное. Ну, а на уровне Белого дома это всегда зависит от того, кто именно сидит в Белом доме. Да? Но факт, я думаю, как бы заключается в том, что Россия предпринимает как бы массированные попытки дестабилизировать ситуацию в мире. Да? И уже понятно, теперь уже понятно, что война в Украине – это вот как бы один из этапов этой глобальной войны России за создание нового порядка. И без решения российско-украинского вопроса, да, без, то есть, иными словами, я думаю, что сейчас уже все-таки все более понятно, что выход из этого кризиса заключается в поражении России, что нельзя выйти из вот этой расширяющейся войны без поражения России, что только поражение России может привести к окончанию этого расширяющегося конфликта. Что меняется после избрания в Конгрессе спикером трамписта для Украины, Израиля и в целом для Штатов? Или не меняется ничего, это просто ярлык? Нет, вы знаете, это не ярлык. Джонсон очень, ну, как бы я сильно озабочен, скажем, прямо тем, что он прошел как спикер. Спикер имеет довольно хорошие возможности для, ну, притормаживания, да, введения в силу голосования из потенциальных законов, да, в которых спикер не заинтересован. И при том, что он зарекомендовал себя все предыдущие годы как ярый трампист, сторонник Трампа, конечно, можно ожидать, что он будет в целом поддерживать линию Трампа и по внешнеполитическим вопросам, и по внутриполитическим вопросам. Но все теперь уже, конечно, будет зависеть от того, кто победит на выборах. И если этим человеком будет, окажется, Трамп, то тогда, я думаю, возникнет серьезная проблема, реально, потому что Трамп, как уже неоднократно было им заявлено, и он продолжает это заявлять, попытается вывести Соединенные Штаты из вовлеченности в европейские дела. И Европа останется один на один с Россией. Другое дело, что и Джонсон, как мы знаем, ну, пока что, да, и даже Трамп, да, формально, по крайней мере, или даже реально, да, в те 4 года, когда он был президентом, занимал подчеркнуто произраильские позиции. А поскольку сейчас уже этот российско-украинский конфликт как бы расширился еще и до потенциального взрыва на Ближнем Востоке, да, то я не думаю, что с практической точки зрения можно
как бы разделить эти конфликты, да, то есть я не думаю, что подход, который предложил, кстати, Джонсон, типа, что мы вот занимаемся израильским конфликтом, но не помогаем Украине, да, я не думаю, что в Пентагоне, будем откровенны, да, купят эту версию, да, потому что понятно, что как только если Россия в кавычках или без кавычек победит в Украине, то она бросит все свои силы на конфликт с Соединенными Штатами, да, в районе Ближнего Востока, оказывая помощь там Северной Корее, Ирану, я уж не знаю кому, Сирии, да. Вот, поэтому я думаю, что именно теперь понятно, что, конечно, дальнейшее и максимально возможное ослабление и сдерживание России в Европе, да, является еще и частью победной стратегии Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Поэтому я не ожидаю ослабления или прекращения помощи Украине в связи с израильско-арабским или израильско-иранским, да, конфликтом. Скорее наоборот. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники, президент США Джозеф Байден и китайский лидер Си Цзиньпинь договорились встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре в Сан-Франциско. Стороны пока не согласовали детали точного дня встречи, место ее проведения и другие подробности. Но нам известно, что Ван И был, а может и до сих пор сейчас в Штатах, Ван И, это для наших зрителей скажу, министр иностранных дел КНР. И я так понимаю, что многие писали о том, что он, в принципе, и приехал туда, чтобы подготовить эту встречу. Чего стоит ожидать от встречи Байдена и Си? И повлияет ли она на Израиль и, конечно, в первую очередь на Украину, на наши войны? На Израиль, я думаю, она повлиять особо не может, потому что там основной игрок – это Иран. А на российско-украинскую войну может и могла бы, но я не думаю, что это то, что произойдет. Китай стратегически находится в очень хорошей сейчас ситуации, потому что, в общем-то, ему просто ничего не нужно делать. Да? То есть он, с одной стороны, по-тихому восстанавливает в Северной Корее боеприпасы, которые Северная Корея, в свою очередь, отсылает в Россию, да, и в этом смысле помогает России, оказывает прямую военную поддержку России. А Китай стал основным экономическим партнером России, в этом смысле, опять же, помогает России максимально вести войну против Украины, потому что Китай понимает, что война России против Украины – это не война России против Украины, это война России против, собственно, всей Европы. А чем больше Россия себя изолирует от Европы, тем больше она оказывается в капкане, в китайском капкане. Поэтому это Китаю как бы выгодно. При этом, повторяю, Китаю, в общем-то, ничего не нужно делать. Он открыто не ведет агрессивную политику, он ни разу нигде не использовал свои вооруженные силы для решения внешнеполитических задач, в отличие от России. Поэтому не очень понятно, что Байден может предложить Китаю, кроме добрососедских как бы экономических отношений, которые существуют, потому что при этом нужно понимать, что если западные санкции в отношении России, скажем так, оказались слабыми, то слабыми они оказались в том числе и потому, что Россия, в общем-то, как страна недостаточно развитая, не сильно зависела от мировой экономики и от европейской и американской экономики и от торговых отношений, да, между Европой и Америкой с одной стороны, Россией с другой, потому что, ну, все, что Россия делала, это поставляло сырье, в то время как Китай является основной производящей страной и основной перевозящей страной. Да.
Кроме этого, является еще во многих случаях основным финансистом операций. Поэтому нарушение экономической стабильности в этом плане для Китая может оказаться как бы очень серьезным ударом и привести к серьезным последствиям. Да? То есть понятно, что и Америка с Европой, больше Америка, чем Европа, да, могут пострадать от экономических санкций. Но на самом деле главной жертвой этих экономических санкций будет, безусловно, Китай, стабильность которого внешне кажется абсолютной, но как всегда в таких случаях это может оказаться не так. Да? Тем более, что Китай – это, тем не менее, коммунистическая держава, коммунистическая диктатура, и как любая коммунистическая система, как мы уже видели, да, она внешне кажется очень часто стабильной, а реально оказывается колоссом на глиняных ногах. Поэтому нарушать стабильность для Китая очень рискованно. И я думаю, что это тот как бы товар, который Байден будет продавать Китаю в обмен на, ну, скажем так, минимизацию участия Китая в этом конфликте. Хотя реально, как я уже сказал, реально Китай, да, помогает России, и во многом, будем откровенны, спокойствие, да, с которым Россия воюет против западного мира, основано на политической поддержке России и Китая. Спасибо вам большое за это интервью. Берегите себя и до скорой встречи, Юрий Георгиевич. Спасибо вам.